трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В прошлом году объем денежных вложений в автомобильные дороги в России вырос на 7% до 1 триллиона 800 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов. Доля федеральных трасс, соответствующих всем нормативам, достигла почти 78%. Особо глава Минтранса отметил федеральную программу «Безопасные и качественные дороги», которая реализуется в 38 регионах, в том числе и нашем. Но Соколов считает необходимым внедрять еще один похожий проект, рассчитанный на города с населением от 400 тысяч человек. Трасса 101. Договор купли-продажи транспортного средства, который сейчас можно скачать из интернета и заполнить от руки, и все это бесплатно, может стать платным. Документ предложено заверять у нотариуса. Автор инициативы – Российский союз автостраховщиков. По его мнению, именно так можно будет защититься от автомобильных мошенников. Еще одна идея страховщиков – включать в электронный паспорт транспортного средства, который станет обязательным с 1 июля этого года, личные данные автовладельца. Трасса 101. Агентство «Автостат» посчитало количество дизельных легковых автомобилей в нашей стране – 2 миллиона 100 тысяч. Это 5% от всего легкового автопарка. Самая распространенная модель, работающая на солярке – Toyota Land Cruiser Prado. Затем идут Toyota Land Cruiser 200 и Mitsubishi Pajero. Замыкают пятерку Toyota Hilux и Volkswagen Touareg. Трасса 101. Nissan обновил модель Juke. Продажи кроссовера в России стартуют ближайшим летом. В частности, он получил видоизмененную радиаторную решетку, затемненные блоки фары и повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида. Колесные диски легкосплавные, 16, 17 или 18-дюймовые. Внутри модернизированная приборная панель, рулевое колесо, обтянутое более качественной кожей и так далее. Цена новинки пока не озвучивается. Нынешняя версия Juke стоит минимум 1 миллион 107 тысяч рублей. Один из интернет-сервисов по купле-продаже машин с пробегом в честь 8 марта решил выяснить некоторые автомобильные предпочтения россиянок. Например, по цвету авто. Красный, увы, оказался не на первом месте. Тут белый, а на втором. Что главное для вас в автомобиле? Был и такой вопрос. Большинство женщин ответили, чтобы не ломался. Что касается самых популярных у леди легковушек, то это Opel Corsa, Opel Astra, Peugeot 308, Daewoo Matiz, Ford Focus, Nissan Juke и так далее. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.